канале Дегустатор Толстов. Сегодня будем готовить гороховый хаш. Это блюдо получилось спонтанно, первый раз приготовил. Долго было много мяса, мы, чтобы места в морозилке хватило, обвалку сделали. Костей было много, вот полный казан костей наложили, водой залили, и 5 часов оно, 4 часа томилось, потом кости вытащили. И решил я добавить горох. Получился гороховый хаш. Блюдо изумительное, смотрите до конца. 6 килограмм говядины, кости у нас, ну такие с мясцом. Будем варить 3-4 часа на медленном огне, снимем пенку, добавим в бульон морковку, лук, помидорки, все это будет кипеть. Потом процедим, а потом уже начнем готовить. Закипели наши косточки, где-то примерно 40 минут кипят. Пенку сняли, морковочку, лучок положили, кладем примерно килограмм помидоров и чесночок. Будет кипеть примерно еще 3,5 часа. 5 часов готовились наши косточки. Вытаскиваем сейчас и будем отделять мясо. Оно само уже отделяется. У нас дикий лук. Вытащили. И начинаем отделять кости. 5 часов. 5 часов у нас готовился казан. Косточки все хорошо-хорошо приготовились. Сейчас мы отделим мясо. И дальше будем готовить наш хаш. Бульон процедили, очистили. Вы видели, было 6 килограмм костей мясных у нас. 15 литров воды. Вот осталось с 15 литров воды вот столько бульона. И вот это мясо мы отделили от костей. Кладем. И добавляем, в связи с тем, что вообще прям у нас 6 часов кипело на медленном огне. Добавляем морковочку. Крупную морковку потерли. Луковочку потерли тоже крупненькую. И 400 грамм промытого гороха. 400, потому что вместо 4 часов 6 часов мы варили наши косточки. Полторы головки чеснока, кинзы и базилик режем. Нарезаем, готовим хаш гороховый. Ну все, гороховый хаш готов. Прошло уже 9 часов. Мы добавляем чеснок, кинзу, базилик. Еще будет стоять. К утру вообще будет тонкая паста. Вообще тонкая. Это... А сейчас мы пробуем. Наш хаш гороховый. Ребята, это нечто. Подписывайтесь на канал Дегустатор Толстов. Досматривайте до конца. Ставьте лайки. И обязательно делитесь с друзьями.